Всем привет! Иду машину чистить. Потому что Руслан пока чай пьет, я говорю, я пошла машину чистить. Я люблю что-то чистить машину, знаете. Свежий воздух, не стоишь, что-то делаешь. Миледи сказала, идите снеговика лепить, а то скоро все растает. У нас вон, видите, как на улице. Вон, все было. Елки-то красиво, смотри. Вообще, да? Смотри, елки. Смотри. Очень красиво. Всю зиму такого не было. Вообще какие елки, смотри, прям лапы висят. Да, уж. Сейчас. Это где-то же сумочки, наверное, утрепало. В общем, я вам сейчас покажу, куда мы в такую погоду ездили. У нас было очень важное дело. О, супер. Сегодня у Ярослава день рождения, нашего приятеля. И мы сделали ему вот такой подарок. Здесь, видите, она вот так ставится. А, ну, спряталась. В общем, она и ставится, и повесить ее можно. Так что вот такой подарок мы ему приготовили. Экран мы не тот купили. Ты говоришь, это все правильно купили, просто надо тебе выключить этот самый. Запутался. А чеки сохранили, чтобы поменять можно? Там все правильно купили. Пока Леруа не закрылся. Мы в Леруа уже получается... Уже нам не надо, все, она так классно сделала вообще. Я прям на 100% довольна. Хороший, да? Вообще. Они же еще, муж ее скорректировал. Поэтому, чтобы все вместилось в кадр, понимаешь? Он еще работу проделал там. Минут 5 он точно сидел. Да? Потом она обрезала по этому вот, ну, ножичками. Там прям профессионально все так сделали. Вот, да. Молодцы такие. Но рамка классная, прям вообще от души, да, такая? Такая вот, как раз для подарка. Вот то, что надо, да. Понимаешь? Причем она мне показывала именно те рамки, которые бы подходили под это фото. Но... Я люблю такие. Ну. А мы бы сейчас Леруа сами бы подбирали, а поместила света. И меня бы получила. А тут прям все вот так. Молодец, что сюда их. Еще купили вот такую книжку. Взяли в Эмпике, сказали, что это известный автор. Это, в общем, какой-то там детектив, криминал, что-то такое очень интересное. Посмотрим. Thank you.
dzisiaj też w Warszawie cały czas sypie śnieg i leży taki coś mokrego, brzydkiego. Dziękuję, Marcin. My też mamy prezent, dostępny prezent. Niespodzianka. Dla pana. Niespodzianka. Wspaniały prezent. Wspaniały. Bardzo lubię takie prezenty, bo whisky się wypije. I tak, a to się cygaro się wypali, a to będzie do końca życia. Mam nadzieję, że długiego. I wina jest bardzo miła, ale nieszczera. Nieszczera? Nieszczera. Nieczesna. Nieczesna. I tam. Aha, jeszcze. Mam nadzieję, że pan lubi coś czytać. Lubię czytać. To jest taka nowość. Aha. 2022 roku. A, Jack Reacher. To te filmy z Tomem Cruise'em. Tak? Z Jackiem Reacherem. Nie oglądaliście? Nie. Dwa albo trzy już były. Мы заказали с Русланом себе цезарь, а у нашего друга была брускетта. В общем, цезарь был просто шикарный. Следующее блюдо у Руслана было это куриное филе, запеченное со шпинатом и с разными вот этими сырыми овощами. То есть мы сначала не поняли, думали, что зеленый это огурец. На самом деле здесь была морковка такими слайсами, цукини и такая белая редька. Еще в блюде также были такие беленькие пирожки. Мы называем это клёцками. В общем, очень интересное было и вкусное блюдо. В общем, мы скажу так, что итальянская кухня нам очень понравилась. Цезарь был просто великолепный. Смотрите, как в туалете интересно. Всякие тут цветы. Окошко как сделано, прикольно. О! Я блюдо, так называется. И всегда самые вкусные, самые дорогие пончики были от блюдо. Да. Это все разбитое было, да? Да. Точно. Да. 1869 года кафе. Адам Бликле. Я никогда не ела. Одну только съела, сейчас попробовала. Откуда у вас? Это тебя угостил пан Ярослав. Мне? Да. Ну. Шучу. Спасибо ему большое. На здоровье. Он сказал, что он хочет, чтобы ты тоже отметила его день рождения.